Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел вам рассказать об очень интересном приложении. Называется это приложение Potato VPN. А также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. А на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вам порекомендовать подписаться на мой канал, ведь у меня самый годный такой контент, и меня смотрят больше с аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видеоролик. Итак, приходим в приложение, у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в нем проще простого. У нас представлены чуть ниже такие определенные протоколы, далее выбор сервера, то есть выбор локации для подключения, подписка, то есть премиум доступ, дальше сама кнопочка подключиться и три полосочки, оставшиеся раздел там настройки и так далее. Сейчас мы все это дело рассмотрим. Итак, с чего начать? То есть начинаем даже с самого, то есть региона, то есть какой регион вы хотите выбрать, какую локацию. То есть локации у вас все представлены, тут есть все, есть стриминговые, то есть выбирайте такую, которая вам подходит больше всего и нажимаете на нее, в принципе, то есть тут сложности возникать тоже никаких не должно. Дальше. Далее можно рассмотреть также подписку, вот у вас представлена подписка, тут все видно. То есть, если вы хотите подключить, конечно же, можете это сделать. То есть, все зависит от вас. Хотите, подключайте, не хотите, не подключайте. То есть, сами решайте уже в данной ситуации. Дальше. Далее. Как подписку мы посмотрели. То есть, плюсы у нее, конечно же, такие неплохие, в общем-то. То есть, у нас есть создание аккаунта, войти, перейти на премиум. То есть, дальше подробная информация, поделиться приложением или же о самом приложении. То есть можете почитать, посмотреть, если вам это будет нужно. Далее на большую кнопочку Connect вы можете подключиться к самому VPN-соединению. То есть вы когда вы нажимаете на него, у вас вылезает вот такое уведомление, запрос на подключение. Приложение Potato VPN пытается установить VPN-соединение, чтобы отслеживать трафик. Этот запрос идет принимать только если вы доверяете источнику. То есть, когда вы нажимаете ОК, у вас идет напрямую подключение к VPN. Отключиться от него точно так же очень просто. Трудностей тут вообще никаких возникать не должно. Я сейчас отключаться не буду, если подключить, у меня остановится запись видеоролика. Я вам как пример тут только это показываю все, так сказать. Дальше, если вы что-то не поняли, то есть если вы не услышали того, что хотели услышать, пишите мне в комментариях, ВКонтакте, я вам обязательно объясню что-то как. Ну, на этом я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем, кто досмотрел его до самого конца. С вами был ProGamer, всем новых встреч, друзья, увидимся в следующем видеоролике.